Работу пугало. Работу пугало. Ранечка, домой. Новые события отводят якобы войска от Киева. Вата очень недовольна, им же обещали кофе, взятие Киева, концерт, салют, возмущаются. Ну, а это похоже, как это, лиса и виноград. Не получилось, а мы и не хотели. Откуда такая информация, что войска отводят? Ну, это много информации, очень, и на переговорах это идет. Но есть еще версия, что просто в кулак собирают в другом месте, чтобы ударить, на востоке. Но это уже конкретно, да. Ну, сейчас идут переговоры, на переговорах каждый старается на переговорах свой козырь дать. И Украина старается контратаковать, и войска, как они, спецоперации тоже стараются ударить. Ну, посмотрим, чем переговоры закончатся. Вы как думаете? О, я все-таки надеялся, что здесь радикально все разрешится, и войска выведут и из Крыма, и из Луганской, из Донецкой области. Но я боюсь, начнется вялотекущее. То есть, вот как Зеленский говорит, лишь бы, ну его можно понять, ему лишь бы прекратить, чтобы страдало население, прекратить это все. Но потом, как они предполагают, 15 лет отсуживать. Ну, то есть будет уже судами просто, и не прекратятся же санкции, и санкциями просто задают. Но это все на нашу голову. Получается так, как удаление зуба вырвали, да, больно, но уже бы восстанавливались. А так это экономика наша будет гибнуть, гибнуть и гибнуть. Нехороший вариант. Скажите, вот сейчас вы продолжаете выходить каждый день в бессрочный протест, выходят очень много новых лиц. Расскажите, почему они выходят? У вас же повестка была изначально за Фургала. У меня ее никогда не было. Была у большинства людей изначально за Фургала. И с ними постоянно я ругался. А не Путина не трогай. Я говорил, трогал и буду трогать. А сейчас время, вот эта спецоперация, как ее называют. Я-то своими словами, почему меня и таскают. И люди выходят возмущенные. То есть, я удивляюсь, почему их так мало. Вот я что удивляюсь. Вы говорите, почему выходит, а меня как раз удивляет. Даже те же украинцы, здесь переселенцы очень много. Видят, знают многие, что. Конечно, надо протестовать, надо возмущаться. Надо это прекращать.